Смотрим дальше футбол. Сейчас играют спецсвязь и банк ВТБ. ВТБ в синих майках спецсвязь делают. С разными, можно даже сказать, противоположными результатами. Путил подходит к матчу. Эти команды и Меридиан. Победа Меридиан Энерго со счетом 2-1. У банка ВТБ поражение от Волса Энергосбыта со счетом 0-3. Так что психологическое состояние, по идее, должно быть совершенно разное. Но это только наши догадки. А на поле пока все намного интереснее. Интересно, ВТБ начал атаковать с первых секунд. Не дают бить. Тормозем, Андрей! Усов! Далее, холодой! Старый забирает мяч. Не палить, не палить! Здесь пытается открыть себе дорогу в бронзу. Главный сюрприз. И потерял. И что у нас по спецсвязи? До начала тура 9 матчей 11 очков. Сейчас 10 матчей 14 очков. И дальше будут победы, то спецсвязь с Нефтью сравняет. И что по личным встречам? Давайте смотреть здесь. Не, извини. Победами обменялись. Затем выиграла 1-0. Спецсвязь открыла 2-1. Так что по сумме 2-2. А по количеству победы тоже равенство будет. Пока тяжело сравнивать. Только разное количество матчей сыграли. Совсем деваться на статистику и переводить сейчас очки в этом матче. Если за голы, то за матч. Наверное, уже перебор. Володя, старина, Володя! Просто старт! Вперед ВТБ. Есть ошибка у спецсвязи. Меридиана играла поактивнее, непонятно почему спецсвязь поддала. Конечно, сил было потрачено много, но сейчас мотивация зато какая должна быть. Идет прессинг ВТБ.
Задачивается на игре рядом со своей штрафной. Поэтому и пространства открытого нет. Пробует сразу спецсвязи Погорелова отправлять в центр. Неплохо приложился. Нарушение правил придерживал игрок своего соперника. Головой. Сыграно 7 минут, преобразился ВТБ. После первого сегодняшнего поражения. Всем другую игру показывают. Вынос или удар в надежду на то, что вратарь из ворот вышел. Бедрукавникова, контратака, спецсвязи, удар, гол. Спецсвязь выходит вперед. 1-0. Но такие моменты они решают с закрытыми глазами. К последнему тренер ВТБ. Секунд в первом тайме остается. Наконец-таки спецсвязь заиграла. Все,
перерыв при счете 1-0. Результат начинается при счете 1-0 в пользу спецсвязи. Играет она против банка ВТБ. Удалось выйти вперед в самой концовке. Первую смену хватался, за руку схватился. Неприятно. Каким-то образом прилетело в локоть. Наверняка игру продолжит. Горелов вынужден ногами сейчас был сыграть. Боже, бить. Играет через вратаря спецсвязь. Плотный футбол у нас пошел и поехала на каут. Нужно разбегаться, пора. Поле не допоняли. Вот пошел футбол, которого мы ждали. Горелов на ближнего. Просто пытаться удержать преимущество. Не мудрено. Поэтому спецэффект найти втором зависит. Вот комбинации не шли, зато какой удар. 2-0. Забыли второй гол, теперь можно уже на удержании поиграть. Тем более спецсвязи, сегодня еще встреча предстоит с Сбербанком технологиями, которые обыграли Меридиан Энерго. Стоп!
все-таки показывает, что еще не собирается завершать тур. Играть до последнего. Ал будем. 4 минуты сейчас будем там с 10 по 65. Свободный удар. 70. Можно исполнять. Удар в стенку. Возьмет спецвес, когда мяч будет у них, и просто держит мяч в спецсвязь. Максимально время есть такими пасами. И сберечь силы на третий матч сегодняшнего дня. Сюда!
стене пробуй. Найди себе. Найди игрока. Свои, свои, Лёха, свои, Лёха, свои. Приём, смотри. Надрез, Вальдо. Зацепи всех. Слава с тобой. Хорош. 40 секунд уже отделяют спецвесты от победы. Пол. Андрюх, иди сюда. Довольно аккуратные все матчи получаются. Здесь мы видели, как ругаются игроки внутри команды. Выходит спецсвязь и мощнейшим ударом делает счет 3-0. Ну что ж, оставшиеся 25 секунд станут нормальностью. Свисток и победа спецсвязи будет уже абсолютно официально оформлена. Парни, подайте микрофон.